Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 35, упражнение номер 1. В этом упражнении мы должны найти значение числовых выражений, используя устные приемы вычислений со скобками и без скобок. Давайте вспомним порядок действий в выражениях. Сначала выполняется действие в скобках, если они есть. Затем выполняется умножение или деление, а затем сложение или вычитание. Первый пример. 84 умножить на 10 минус 40. 84 умножаем на 10, приписываем 0, получается 840. 840 минус 40 – 800. 78 умножить на 10 минус 700. 78 умножаем на 10 – 780. И 780 минус 700 получается 80. 10 умножить на разные чисел – 920 и 20. 920 минус 20 – 900. 900 умножаем на 10, приписываем 1 – 0, получается 9000. 8 умножить на разных чисел 720 и 700. 720 минус 700 – это 20, и 8 умножаем на 20, получается 160. 184 умножить на 100 – минус 300. При умножении на 100 приписываем 2 нуля, получается 18400. Минус 300 – получается 18100. 100 умножить на 391 – минус 3000. При умножении на 100 приписываем 2 нуля, получается 39100 минус 3000. 9000 минус 3000 – 6000. 36100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.